Я могу предложить одну перспективную страну, которую можешь пойти с тобой в союз. И чем ты мне сейчас поможешь с новым людьми? Причем тут я? Хорошо, слушаю, предлагаю. Очень перспективная страна, мне кажется, Марокко, очень быстро развивается. Ничего. Ты предлагаешь убить ее? Кто там щелкает непонятно чем? Нет, это не я. Это мышка. Не, кроме... Ну, будем надеяться, что это действительно мышка. Это война фейловая была. Молодец. Интересно, если был такой счетчик в компьютере, количество кликов мышкой. Ой, да, у меня там уже 1 030 000 было. Интересно, сколько я накликал? Может, больше, кто знает. Из одной доты можно там, не знаю, 1 000 000 накликов набрать. Ну так можно. Потому что я там, из-за того, что я так привык играть, я постоянно кликаю. А я тоже. Даже когда иду просто. Да. Раз 10 мест меняю, такой. А ты играешь? Да, у меня 600 то ли боев, то ли 700. У меня 500 часов в доте. 500? Или 400. Несчастные люди. Ну что, там... У Хованского есть новый проект Dota Reborn. А, это старый проект, это ВГС у него. Да. Ну, он возродился как бы. Ну, порядка давно возродился. А давайте скорость. Поздравьте. Слился? Нет, у маговок сейчас начали восставать персидские сепаратисты. Ну, то я есть... болею за маговов. Типа. Все, кто присоединился... Персидские сепаратисты присоединятся куда? Понятное дело. Персии. К Хорасану. А зачем Хорасан? Он тоже Персия. Хорасан це Персия. Хорасан це Персия. А вот и посмотрите, куда присоединятся. Они без вопросов присоединятся к Персии. Это даже не надо гадать. Как говорит Гошан, к гадалке не ходи. Так, еще мои 10 галеонов построились. Точнее, военных галеонов. Где там мои остальные галеончики? 770 голды нужно, чтобы апнуть все мои галеоны. Да ну нафиг. Вот ты прям как Гошан сказал. Что в этом плохого? Нет. Это только хорошо. Это типа комплимент. Я уж почти все заколонил. Смотрите, кажется, вся Южная Америка заколонена. Нифига себе, вся. Чуть больше половины. В смысле чуть больше половины? Рио де Плата. Например, ты видишь? Заколонена. Типа, уже у нас не осталось проволок, которые не заколонены. А, конечно. Сейчас пойдем... Сменим сунизм и пойдем колонизировать Северную Америку. А как же война с европейцами или ты словак? Это одновременно будет происходить. А, окей. Но в Северную Америку ты уже не влезешь, тут негде колонизироваться. Ну, тебя могу заколонизировать. Ну, ты меня не заколонизируешь, потому что у меня есть Немо. Ну, вообще, боже мой. Ты слишком плохо с Немо разговариваешь. Нет, Немо не хороший мальчик. Да, вот как запрыгал. А что я прыгал? Я с самого начала от этого прыгал. От того, чтобы оскорбить своего, типа, крутого союзника, а потом, типа, дружище. Я вообще хотел, чтобы он был за Тарасом. А, ты Сапотеков когда будешь захватывать? Каких Сапотеков? О, у тебя повстанцев. Сапотеков, которые... Ты восстал в Великобритании? Да. Ну, я не хочу откровенно убиваться. Ну, ты... Ты там не забирай. Претензии на них оформишь? Или у тебя дипломаты заняты? Ну, я сейчас оформлю. Секунду. На Британию. Ева, что говоришь? Говорю, активно не захватывают эти провинции на Аравийском полуострове. Они мне нужны. Почему это? Я их захвачу, тебе продам. Хиджазу продавай. Мне они нафиг не нужны. Так. А вообще граница, ты чё? А Хиджаз вас сам. Так я хочу... Ладно, Кьютар отдашь мне, короче? Уйди оттуда, я сейчас туда стану. Зачем вообще граница? А ты уже воюешь? Да, я уже вступил. Это не Кьютар, а Катар.
Жители Катара. Жители Катара обижены на тебя, Зак. Это я сказал, если что. Плутар? Ты хочешь? Нет, я пока этого делать не буду. Не важно. Кстати, Хасу, три провинции отдашь мне. Заберешь, я отдам. Да, окей. да, конечно. Курва. Мы же договорились. Весь аравийский. Да, нет, да, только не это, сунисты, не делайте этого. Они идут на убой? Нет, они сейчас пойдут. Я боюсь, что они пойдут в Кастильскую Колумбию решать. Не, они не пойдут. Не, если они соберутся в один кулак, то они зарешают в Кастильской Колумбии. Но они любят по одному сливаться. Сань, слышишь? Че? Саня. Да. Короче, осаждаешь провинцию Пара, Мараджо и Амапа. А Мут, какую-то там Мутуру не трогай. Зачем? Но я подожду, пока они... они сейчас пошли на север все. Кажется. Я сейчас подожду, посмотрю, что они будут делать. Ну, надеюсь, Кастильская Колумбия сольется, если они нападут на нее. Сила мусульман, это вам тут не хохри-мухри. Салам алейкум, брат. Да. Блин, ты меня же мусульманин. Сейчас это твой союзник, да? Вассал. Да. У меня еще и окно открыто. Ну тогда я пошел оттуда. Так, пауза. Кстати, ребята, у нас серия. Да, записываем. Не. У кого там нашествие мигалок? Или не записываем следующую? Записываем. Последнюю серию, хорошо? Okay. Да. Можно даже брить последнюю. Только точно последнюю? Ну, последнюю, наверное. Okay. Потому что Тарасу нужно ложиться. Давай. Да, мне завтра в школу. Опять? Нет, это шутка. Видал, как я шучу? Я даже... думал, тебя даже эксплуатируют в школе. Не, я так ни разу и не нагибался. Достижения, не знаю. Ну, так а чего мне в школе стоять там? Пришел, спрятался сказал, в уголок, потом вышел, сказал, типа, я сидел. Я сидел. Я все сделал. Сейчас ты сидел. Отпустили пора. Я должен был ходить еще день. Опять сепаратиста. У нас родители писали согласие на, типа, то, чтобы привлекали ребенка к работе. Мамлюков всего лишь 6 тысяч. Лол. Лёл. Россия не уважает. Лол. Я думал, Россия для русских. Ну, я тоже так думал. Пока не понял, что Россия не для русских. Русских принижают, а одна азербайджанка из нашего класса... Народ, пожалуйста, давайте без трэш-тока. Это слишком сложно. Это слишком сложные слова для моего скромного лексикона. Говори попонятнее. По-пацански. Я не удивлен. Не хочешь говорить по понятиям? Понятиям. Не стоит смеяться над Заком. Тогда, может, уже третью скорость сделаем, если... У всех живота. Не надо. Чё, у тебя прям там очень всё... Тут все страдают за веру. Господи, да это Черкесия, что там решать? Черкесия сольется в любом случае, да? Там овцу трахал, там мамлюков. Тарас, ты перегибаешь, как обычно. Черкесы, это, между прочим, не надо гнать, там у них лошади. Это Северный Кавказ. Один другого лучше, ну. Чего, фестиваль воды? Никто тебя не любит. Уменьшить, слушайте, мне можно выбрать и увеличить стабильность. Ну ладно, давай. Ну, может, ты не... Ну, от моей веры, конечно, есть плюшки. Вот эти вот всякие, типа, фестиваль воды или там... У меня конец календарного... Чего? Кто ливнул? Никто. Никто. Все тут. У меня был звук, типа, кто-то соединился. Не, Влад тут? Да, все тут. Написали бы в чате. Нет, Влад тут. Странно, Влад непонятно. Вышел. Влад не уходил. Да, он все. Он ли... Подождите, у него какие-то проблемы, может, интернет вылетел, ждем. Скайп, что ли? Да. А, да. Ну, в игре он в игре. Подожди, может, сейчас он напишет то, что у него проблемы. А что случилось? Ну, тебя типа выкинуло. Выкинуло. В игре у тебя все в порядке? У меня в игре, да.
Окей. Какой у тебя год? Месяц. У меня все нормально. 6 марта 1658. Верим. Теперь. Что сейчас? Сварка работает. Это мне ВКонтакте написали сообщение. Браво. Ну ты от телефона тогда бы отрубил, или это невозможно? Да, ну это... По этическим принципам. Ну, это не только ВКонтакте, это Фейсбук, Денис Николаев, 8 событий за день. Дворянское семейство просит помощи. Отстаньте от меня. Не буду. Дворяне? Не знаю таких. Так. Да, что? Это так, а не Зак. Это так было. Да, что? Немо, я закурил все, что мог, связанное с Британией. И типа Сунда, короче, тут это... Сейчас, последняя пробка этих запотеков курится. Как это называется? Папуа-Новая Гвинея? Ну, это круто, но я как-то боюсь с Британией воевать. У них флот сильный, они, в принципе... Флот, причем мы же на суше в основном будем здесь. Ну, они, типа, ну, как-то их надо сдержать. Они могут, типа, 40 тысяч за раз, хоп. А на высадках ловить? Ну, понимаешь... 40 тысяч, это будет проблематично. Да, ловить на высадках по 40к это практически что-то нереально. Ну, не, ну, теоретически это можно делать, но, понимаешь, фронт очень широкий. Ладно, нормас. С учетом того, что они могут высадиться со своим флотом в любом месте. В Великобритании? Да. Всего-навсего. А у Великобритании всего-навсего какие-то жалкие 100 тысяч солдат. Две высадки по 40 тысяч сделают, и все, у них больше нет солдат. 100 тысяч? А, кстати, это больше у меня даже. Мы не поздравили Эфиопию. А, тогда я тебя должен поздравить, Мрамор, уже много у кого больше, чем у тебя. Так я не хотел позиционировать себя как самая милитаризованная страна в мире. А, я, кстати, мирный и добрый. У Британии выше лимита, у нее лимит 69, и всего лишь на 10 тысяч меньше, чем у французов. Ну, потому что Британия имеет огромное количество бабла, и она набирает сверхлимит. Сейчас подвожу войска, чтобы мне свои восстания помогают мне. С учетом того, что сколько стоят сверхлимитные войска, у Британии денег очень много. Ну, золотой флот. Ну, либо она рисует. Золотой флот, maybe. А, типа она... Ну да, там же по 300... Когда типа приходят. Да-да-да, каждый год. Может... Ну, это только в золотых колониях. Ну, вроде в каждой колонии есть золотая провинция. Зак, верно говорю? Чего? В каждом колониальном регионе есть золотая провинция. Нет, не обязательно. А как тогда золотой флот может из Канады приходить? Из Канады? Ну да. Мне повезло. Рандом. Типа если поклацаешь по провинциям, то видишь, что там отвратительные знаки. А, то есть ты не знаешь, какой там товар. И они забиты нестатично. То есть есть определенный шанс, что в одном регионе там будет золото, в другом регионе там, например, доминирует не золото. То есть они не постоянные, не за скрипту. Конечно. Не знал. Нет, они всегда на рандом, Тарас. Я думал, они типа одинаково попадаются. Скриптовано, в каждой провинции там что-то определенное. Все несколько сложнее. А сунисты вернулись обратно, что? Тогда мне очень повезло, мне тут на рандоме золото выпадало. Да, они вернулись. Ну ты видишь, они в угол зашли и, короче, уходи оттуда, то на тебя попрут. Видишь, такие дебилы. Так, я готов. К чему? Да, мы восстание давим, как комаров. Прикольно у нас. Жалко нас, да? Рекруты мои, рекруты. Когда вы уже будете хотя больше нуля? Походу дела, мамлюки сейчас загнутся от таких приколов.
Что за приколы? Ну, сложные мемосы. Что за мемы? Не, вот усталости от войны не закончился. Так. Информативно. Я повторяю мои песни. Так. Антим Бендер играет Space War. Чего? Меня написал только что Антим Бендер. Да, мне тоже. Ну, видимо, стимулит. А у меня его нету, друзья. Или я засланный казачок. Играешь, а по времени все нормально. Так, а чем ты подтвердишь, что ты Влад? 23 ноября 1658 года. Все, поехали. Как, да, 23. Ну, уже 29. Так, Великобритания воюет с Португалией. В принципе, это вариант начать Мочилова. Зак. Что? Мне надо твоя помощь. Что такое? Надо, чтобы ты 14 тысяч мамлюков разбил. Где? Возле Хиджаза. Иду. Сверху там. Я на 11 месте. А кто на 10? Я. Да ладно. Кто там слушает бред свой? А там еще моголы пошли против. Магикане. Да, кстати. 9. Американец. Ой, Бутан отсоединился от моголов. Кто такой американец? Уходи. Бутан, милый, да. Бутан. Бутан? Не, ну моголы не слишком... Мрамор, ты готов повоевать с Англией? Давай вдвоем, пофиг мрамор, он не хочет. Вот, воюйте вдвоем. Ну, это будет больно. Он трусливый. Как бы. Птаха. Так мы же вываливаем с ним уже. Ну, тогда ой, они были думал, ослаблены какой-то войной с другими людьми, насколько я знаю. А насколько ты знаешь? Ну, в том-то и дело, что не очень хорошо я это знаю. Кстати, раз так, можем начинать делать ставки. Как вы думаете, Кирилл вас может построить Суэцкий канал? Конечно. Ставлю то, что нет. Нет. Ты даже в жизни не накопишься. Ты... Не сможешь. А сколько он стоит? Вот 20 тысяч. А какой смысл Килве строить советский канал? Чтобы в Европу. Ну, это под конец игры, и это будет скучно, и тем более мне... Тупо, чтобы иметь свой флот в Средиземном море, не шебурша вокруг Африки. Я просто сказал, делаем ставки, смогу ли я построить или нет. Делаю ставку, что нет. Так хорошо, я понял. Я скажите, кто скажет, что смогу. А что ты мне за это сделаешь? 20 тысяч. Ну, сможешь. Ну вот. Интересно. Нет, не сможет, у него денег не хватит. И я, если на просто так, на интерес, я предрекаю, что не будет построен панамский канал Киловый. Суэцкий. А сказать почему? Ну, мне так кажется. Я тоже мне мне кажется, интересно. Ему просто пофиг будет на этот канал. Я забираю себе Египет. О, какой, какой пацанчик четкий. Блин, ну... Отдашь мне эти две провинции, ничего страшного. Виктор, я начинаю войну с Брунеем. А какой ему профит отдавать тебе, что... Огонь! А мы договорились, Бруней тебя человек мирный. Разобьет. А тут есть одна маленькая проблемка. Но... Ничтожная. Я сейчас попытаюсь как можно быстрее заключить мир с мамлюками. И они тебя вынесут. Отняв у них пару провинций. И... И блин, тогда ты их сможешь осадить. Какие же круто, какое же крутое музло в Европе играет. У меня сейчас играет Эйре. Такое дерьмо. Но у меня вольные каменщики. О, вольные каменщики, это Иллюминати жесткие. Confirmed. Это... Mm-hmm. Информативно. Ну, вольные каменщики. Я не понимаю, почему тевтоны Пруссию до сих пор не сделали? А, им Бранденбург нужен. Вот уроды. Им нужно, чтобы не было Бранденбурга. Ну, да. Они не могут загреться на Бранденбург, потому что он император. Хороший. Если Бранденбург слезает с
касается императора, то он, короче, мочит его. Нема. Ну, тевтоны в этой игре очень хорошо разыграли себя. Я медленно тебя открываю полностью. В новом патче этих тевтонов так усилили безмерно, что мама дорогая. Вау, тевтоны теперь, наверное, вообще имба, да? Да. Да не такая наша имба. Ну, им, во-первых, добавили провинцию, во-вторых, там у них какие-то фишки, короче, из-за чего на они поляков только на раз кушают. А на изи Польша и раздел. Не знаю, в моих компаниях вот 12 лет. Я вот играю в эту игру уже где-то примерно, сколько лет мы тут играем уже? 200 лет? А почему-то я не могу заводы строить. Ну потому что это не Виктория. Потому что еще не родился Адам Смит. Во славу Аллаха! У меня ивент выпал. Ничего не знаю, я заводы строю. А еще я хочу расширить железные дороги. Бешеные киловийцы. Как у меня накурятся индейцы, так сразу идут строить заводы. По производству коноплей? Нет, просто строят завод. Фишка. А что не производят? Коноплю. Ну, вообще в Мугикане очень много растительности. Военную славу. Рыбы растят, хлопок, табак. Пшено. Табак губит людей. Пшено, табачок там, мишка. Все. Кстати, если кому интересно, сегодня закончились игры в Азербайджане. Вау. Али обрадует. Али выложил фотографию тут. Видит, такая мирная фотография. Влад. С отрубленными головами неверных. Это, наверное, цензурированная версия, смотрю. Я сейчас с цензурой. Че там, Влад? Слышь, Влад. Так. Я, наверное, сейчас... Ой, ёлки. Мир с мамлюками. Мой великолепный наследник прожил в качестве... Мне не выгодно затягивать войну. Да, окей, я все, я справлюсь там дальше сам. Наверное. Дай. Мой великолепный наследник прожил в качестве правителя 1.5 года. Так, Бруней, какой у них флот? Лама упала. Похоже на то. У тебя же нет ламы, у тебя... Бобры. Валы, бобры. Нашествие зубры. Бобров. 12 зубры. Линейных бизоны. Кораблей. Бизоны, скорее. Вон, зубры, бизоны. Гекани. Это у кого такое счастье? Это японец, хочешь секретик? Давай. Я вижу всю твою территорию. И что? А я тоже. Я могу на любую из них поддерживать повстанцев. Ну конечно, это так поможет. Ну да. Смотри. Ты знаешь, что Япония, как я понял, и в Европе нагибает, а Виктории подавно. Ты же сам говорил, что Японии тяжело разыгрывать. С самого начала? Да. Вначале тяжело, потому что боком у тебя Россия, Китай, ну и еще к тебе британцы. А, у них в правилах там написано то, что они могут, Япония и Россия могут войну объявлять китайским. Да. Чего? Но... А у вас там обсуждалось? Немо, мне кажется, момент, совпадение, если... но мой наследник 663 тоже умер. Бывает. Только мой король всякий. Огорчение. Долгий 31. Это кидалово какое-то. Эта игра не подчиняется законам логики. Хорошо, что Виктория нет правителей. О, кстати, я тебе подарочек сделаю. Влад. А мне? Если его национализировать, то это не очень хороший подарочек. Нет. Я их в православии. И чё, не, я не хочу православную. Я сейчас закину одному парню опять 150 голды, и он мне опять даст стабильность. О, отлично. Так тебе выгодно, потому что они шиитские. Походу, это религия. Религия всё-таки крутая, которая у меня. Ифти. Закинул 150 голды, получил стабильность. Мрамор. Это что за религия такая? У тебя, ну, хотя бы 30 тысяч на британцев есть? Потому что момент идеальный, Россия не хочет их поддерживать. Нет, мрамору сейчас воевать с Британией невыгодно, потому что Британия может разбить повстанцев его. Я его... С португальцами воюет.
Короче, я его призываю. Отказывается он или нет, это его дело. Вот так нельзя делать. Мрамор, почему? Тебе невыгодно. Это... Британия придет, разобьет твоих повстанцев. Мрамор, они много чего наговаривают, а твоя религия очень классная. Поехали. Ну что, Немо призвал? Ну? Ты мог отказаться. Но если ты так отказался, ладно, я не возражаю. Я понимаю. Я предупредил поэтому заранее, чтоб ты смог это сделать. Раса воюет с нами! Ну, значит, спасибо. Ну, хрен с ней. Знаете, что будет эпично? Хрен с твоим престижем. Ну, посмотрим. Знаете, что будет эпично? Если нам их разобьет. Ну, у Британии минус 2, и еще война с Португалией, еще война усталость. Посмотрим. Вообще ничего плохого не вижу. Ну, если б я как, короче, кидаю союзников, мне не нравится кидать союзников. А что ты хочешь? А когда союзники кидают тебя, это тоже не очень хорошо. А как мы его кинули? Кинули ему пригласить войну без его согласия. Не, они не кинули, я отклонил. То есть я взял и расторг союз до того, как... Я думал, Мрамор сориентируется и отхапает британские колонии. Зачем? Ему сейчас не нужна эта война, она разобьет его повстанцев с униизмом. Да, он даже претензий не ставит. Потому что ему сейчас не нужна никакие войны. Странный тип. Это ты странный. Он может спокойно потом сам объявить войну... Со мной. И мы спокойно можем вдвоем... А Килова-то что там сделает? Плюс заплатит мне денег, я приплыву. Зак наш наемник. Зак, давай я тебе заплачу деньги, ты воюешь. Да, Зак. Я вообще хочу сделать все такое. Карьеру наемника? Да. Где бы ты ни летал, не забывай, с кем ты ползал, Зак. Помню. А то, блин, уже раз... Уже уплывает. Цитат из МДК. Уже уходит. Я его тут выращиваю. Кровосися, она такая. Да нет, не кровосися. Тут взаимно выгодный договор. Ну, блин, вот эта фраза «я хочу уплыть» мне не понравилась. Я сказал, что если заплатите, то я 30 тысяч смогу выслать. Виктор тебе просит помочь с восстанием. Кстати, сейчас, у меня 5 динамитов, но у меня уже 2000 накапало. Надо их куда-то тратить. Ой-ой-ой-ой-ой, сунисты мои. Фангейм. Следующая война у меня будет с моголами. Они, походу, все полетают. Мне нужна Персия. Типа ты ее сейчас откормишь и захаваешь? Благодарю. Деньги? А, намек понял. Не, это не на моголов, это я просто так думаю. Я понял. И моголы мне нужны, я не могу на них сколько распилить. Просишь за войну с Англией? Он я... пока еще не построил. Пока он еще не готов. И близко не готов. К карьере? Вот когда я возьму нужные идеи и буду более или менее сравним с той же Пруссией, Бранденбургом или Францией, вот тогда да. Сравним почему? По какому показателю? По идее. Ну, я помолчу, но... Кстати, а ты можешь дать великим моголам? Ну, знает. Можешь дать великим моголам проход? А то они не идут мамлюков пилить. Они просили, я давал. Давал? А где-то где эти твари? Где они ползают, уроды? А, вот, они... Блин. Они ходили у меня тут по территории. Ё-моё, 7000... мексиканцев. Так, тюник, я занялся такой же работой, как и ты. Какой? Перекрещением бреда? Бегаю за католиками, да. А ты понял стратегию? Да. Ну там же написано, когда наводишь. Чё не надо делать, а от этого понимаешь, что и надо. И ты крестишься в католицизм? Ну да, они меня задрали. Фигась. Они меня уже пол страны в католиков обратили. А если я приму изоляцию, приму запрет христианства, то мне этого не хватит, чтобы миссионеры могли вернуть обратно. Мне надо брать ветку религиозных идей и всякие другие плюшки. Ну, понял. Чё-то ты какой-то распадающийся японец.
Не, он не распадающийся японец, он японец-христианин. Да, посмотри на его религиозную карту, это просто какой-то... Мамлюки! А куда вы... Ну, пришли? Да. Ну, Япония должна чем-то платить за свою удобную позицию. О, нифига себе. Ого, нифига себе меня прохода попросили. Раз, заднего. Два, три. Сейчас, раз. Так. Два, три, католики будут бегать четыре, и пять. Перекрещивать за пять него все провинции, в том числе и конфуцианские, и шинтоистские. Так, у меня теперь выбор, что взять пятой идеей. Так, Майя, тебе там не страшно? Берите дипломатию или междородку. Вообще, страшно-то есть. Кнут говорит, не смотря вообще. Я знаю, что тебе это пригодится. Международные мне точно не пригодятся. Не пригодятся. Ой, ты знал, что тебе 130... И дипломатия тоже, так, я ничего думаю. Не сделают. Это экономические? Вот торговые, они бы, наверное, мне зашли неплохо торговать. А, знаешь, что возьми? Есть, можешь либо торговые взять, либо там есть морские, я не знаю, как они по-русски, дипломатические. Да, реально морские. Морские. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что уже там? Британия высаживается? Нет. Сова, открывай, медведь пришел. Мексиканцы напали. Это еще что за... Все. В моей жопе побывал британец. А, космо. Россия не вступилась за Британию? Вступилась. Че вы ржете, мрази? И че? Я сразу такой не поддержал Немана. Все это звучит классно. Ну, ты сам хотел этой войны. Ну, ты меня завестернизировал, я бы не отказался. Иди, сынка. Мы говорили, не нужна тебе эта война. Видишь, Инка? Инка, Тараска. Это как звучит? Я не Инка вообще-то. Да, Инка, мне на этой это, волне, мне, войне, мне, полетит в космос. Мне вы это, не понимаете. Мне британцы или французы посадят его в пушку и выстрелят им вверх. Меня раз... И из-за того, что это с точки зрения физики нафиг невозможно, то пушку разорвет к чертям. Если я буду плотно в ней сидеть, и все умрут. Иван Грозный пытался, вот бы получилось. А твое пузо там точно плотно засядет. Да-да. Не, я в Шотландии сижу, я бессмертный шотландец. Я сижу и с телескопа наблюдаю за вами. Процитирую Александра Ромовича, ты красавец-мужчина. Тебе долго еще воевать? Так, ребят, кто смотрит «Игру престолов» на заднем фоне вместе с японским аниме? Да-да-да, выключайте. Эл. Кого там вообще? Это стопудов кнут. Ну, Дима, сколько раз тебя просили и предупреждали не делать этого? Она была его лучшей. Это... Я этого не делал. Чё, какие претензии? Я сижу, это была чья-то рэпчина. Тем более я рэп не слушаю. Если кто... я еще раз это услышу, я сразу удаляю отсюда. Да. А если это будет хованский? Если это будет хованский, то нет. Сейчас, нет, даже а если это будет рыбчина Хованского? А вот этот, который называется школьники. Нарушение на нарушение нарушением погоняет, ну? Да, я знаю, я фанат быдла летсплейщиков, я быдло, я... Вообще Хован быдло и летсплейщик. Да. Ты не знаешь нашего бога? Я не знаю такого. Я знаю, что когда Татьяныч напевал песню про Хавана какого-то и про жирного Мэдисона. Жирный Мэдисон. Сам жирный. Ну, народ, Мэдисон, давайте без трэша, обзорщик Игорь. Ты считаешь нашего кумира трэшем? Да. Считаешь, да, давайте без трэша, я согласен. Божества трэша. Вау, а как мы его разбомбим, если у него 17 уровень технологии? Он же нас растаскает. Вы про кого? Поплыл я еще за войском. Да, есть тут один парниша. Что за парниша? Ай, как вы не понимаете, что Мэдисон это бог? Школа ты. Злой? Нет. Злое божество. Но Мэдисон
классный чел, и оказывается, когда-то давно Гикс был администратором в группе Мэдисон. Он был другом Мэдисон. И даже другом. Ну, он не был, но у них, наверное, есть еще по-прежнему какие-то связи. Ну да, этот же озвучивал. Да, любительский фильм. Да. Я думаю, если бы они поссорились или больше бы не общались, то Мэдисон бы не согласился озвучивать фильм. Вот это, в ролях. Алексей Родионов. Ай, ладно, забьем, потому что все нас считают школу трэшерами. Нема, у меня проблемы. У всех проблемы. Но у меня больше проблемы. Я не сомневаюсь. Сейчас я русских казаков ватных разобью. Сдохните мрази. Они что, пришли к тебе? Да. У меня весь британский флот сидит по побережью. Казаков? Экспедиционный корпус. Казаки идут на перехват. Казаки. Это что такое? Почему когда... Ааа, как... Вот баги-то вонючие вот в этой версии. Смотри, Зак. Почему когда... Зак, ты прям в точку. Когда... Казаки. Я на них в одной... Ну, смотри, мы уходим из провинции в одно и то же время. Если я на них нападаю, то они уходят. А если я... И они на меня нападают, то они... Не успевают. Что это за бред? Это все правильно. Будь православным. Нет, не по православному. Ой-ой, я вижу, как Британия пьется с Рио-де-Ла-Платой. Все, Немо, нет у них больше солдат. Ну, они никому не были нужны, потому что это мясо, плохо, которое... Плохо, все плохо. Которое бросается в бой, а сзади стоят эти магиканские заградотряды. А, ни одного их нету тут. Да ты просто не знаешь. А, окей. Тебя бросают... Да, они очень неудачно дерутся. Ну, главное, это одно. Инка вздыхает от повстанцев. Фу. Да, я фу. Так вздыхаю. Фу. Фанатики сунниты разбили. Фанатики сунниты, фанатики сунниты. Ня-ня-ня, ми-ми-ми. 50 эти сунниты кораблей. Угу. У кого? Да, французских кораблей тут 50 плавает. Да. Серьезные такие ребята. Французы по морям ходят здесь неплохо. Мотивированные. Долго мы с ними боролись. Так. Теперь нужно понять, что еще 12 будет тысяч ко мне плывет. Для них следующей целью. Блин, они сейчас меняют курс так неудачно. Я так не хочу, чтобы они здесь ходили рядом еще со мной. Еще кизяки высаживаются. Ты... Я, когда говоришь это слово, представляешь, что оно значит? А, ну да, блюдечко. А, Кирилл, а у тебя флот... Оставьте, кто упал. Какой, кроме четырех кораблей этих сладких самых? Сладких лемушек. У нас серия, короче. Четыре транспортных, четыре торговых. У меня маленький. Ага, ну я смотрю, чтобы нам хватило флота, чтобы народ, ребят этих разбить. У нас серия. Да, у нас серия, как раз январь 61-го. Ну что, заканчиваем? Да. Ну, все же спать хотят. Я договаривался. Бы с удовольствием еще сыграл. Ну, я бы тоже. Мы договорились же, ведь сказал последний было. Мы ни с кем не договаривались. Мы ладно, хорошо, сыграли. Сохраняемся, потом на неделю соберем.